Достойный мужик. Потерял руку, но все равно продолжает воевать. Чтобы развлечься, нужен только топор. И нацист. Кэролайн, прием. Если ты еще не в раю. Прошу, побереги наших ребят, пока я тут занят. Действую, как учили нас на курсах. Сперва устраняем офицеров. Генерал Эк... Scheiße!
один. Это охранная система. Пробил новый выход.
Кэролайн, мне больно. Одолжишь мне свои крылья? Отсек управления. Хватайтесь за что-нибудь и держитесь, что есть сил! Oh!
Молодец, пан Пласкович! Хороший ты парень, Ингеле! Хороший! Кэролайн, я освобод... Подел молот Евы и возвращаюсь к нашим ребятам. Прости, что прошу. Но, может, ты еще здесь побудешь, а я полетаю на твоих крыльях. Нужно где-то зарядить эту штуку.
сунула. Ласко, надо валить отсюда нахер. Быстро, нам пора. Сейчас. Вперед! Больно, черт возьми. Да не трясись ты так. Хочешь, дам что-нибудь от боли? Не-не-не. Работай дальше. Так, слушай, у Кэролайн был план. Да, освобождение Соединенных Штатов Америки. Кэролайн хотела освободить США и сделать их плацдармом для спасения мира. И мы хоть усремся, но поступим так. За Кэролайн! Твою мать, Макс, не помогай! Почему на борту нацистка? Потому что без этой нацистки мы бы все сдохли. Мы обязаны, убивать ее нельзя. Если она нас не дурит, конечно. Ты нас не дуришь? Нет, сэр. Унд, я не нацистка. Уже нет. Ладно, так. Кэролайн установила радиосвязь с отрядом американских повстанцев в Нью-Йорке. Единственный способ использовать план Кэролайн — наладить контакт с группами сопротивления США и поднять людей на борьбу. Это бомбы! Грёбаная жопа дьявола! Это еще что? Держись, 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 дружок. Слышу удары о поверхность! Много ударов! Сраная фрау Энгель! Кто знает, каким хером она нас нашла? Ну, говори! Кто-то на вашей подлодке передает ей координаты. О, усраться можно! На Аусмерцер приходит послание от кого-то с вашей подлодки. Так мы вас и нашли. От кого? ЗГФ. Что за херь? Вот он, отсек F. Нет никакого отсека F. Эти карты не верны. Мы искали, там даже двери нет. А что если есть? Что если там кто-то прячется и передает сигнал, а? Вы разберитесь. А мне придется прилечь. Кедова, пошли. Похоже, здесь. Сдвиньте шкаф. С ума сойти. Что там видно? Заварено с той стороны. Энгель, вот! Держи! Оцени! Фергюс предложил мне пару идей. Я покумекал и воплотил их в жизнь. Спасибо. Скучал по нему. Я открою, когда ты закончишь, здоровяк!